Ісус, воздайте йому славу. Ви, мабуть, в курсі, да, що у нас тут відбувається, да? Всі в курсі? Не всі в курсі? Всі в курсі, да. Якщо не в курсі, зайди на наш сайт. Проверь главную страницу. Ви знаєте, дорогі, Бог делает великі чудеса. Он делает великі чудеса. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности того, что Бог делает там, в России. Мы очень много сейчас всего происходит. Очень много активировалось религиозных бесов. Вы знаете, но это уникально. Почему? Потому что ты понимаешь, с чем и с кем ты имеешь дело. Также ты видишь картину и эти массы людей, которые по всей стране, даже России, они просто съезжаются. Этих людей огромные толпы. Они жаждут живого Бога. Amen. Они больше не хотят, чтобы им врали. Эти люди не собираются больше заглатывать эти пилюли этого старого кошмара. Они жаждут новое. И, дорогие мои, они получат новое. Аминь. Потому что наш Бог, он великий Бог. Все знают. Я просто не хочу сейчас. Если я сейчас нырну туда, то я не вынырну назад, и проповеди сегодня не будет. Поэтому я так говорю, я держу себя в руках, все события. Бог творит все новое. Очень много вещей. Опять же говорю, если кто-то не в курсе, что происходит, какая лавина всего, сколько эти свидетельства, эти массы людей, просто зайдите на страницу, все проверьте и также присоединяйтесь к молитве. Уже массы и массы людей присоединились за пробуждение в России. Amen. Это прекрасное время мы живем. Я очень-очень рад. Итак, дорогие, я пойду в слово. Сегодня я предупреждаю, будут некоторые фразы, которые могут религиозных людей просто побить. Я сразу предупреждаю, поэтому ты сам понимаешь, на что ты нарываешься. Если ты сюда пришел, ты уже в курсе. То есть, я так скажу, тема будет для взрослых, дорогие. Тема будет для тех, которые реально жаждут силы, славы. Мы уже давно закончили переговор с религией, и мы провозгласили ей смерть. Мы провозгласили этому духу просто конец. Почему? Потому что, дорогие мои, мы верим, что оттуда будут выведены люди. Кто-то понимает меня? Мы верим, что Бог выводит. И вы, дорогие, вы даже не представляете, какие толпы Бог выводит оттуда. Я только когда, я вам честно говорю, когда мои ноги со Светланой, наши ноги только стали на русскую землю, какие только черви не активировались, какие только бесы не активировались, какие только деноминации пастора не пошли против нас. Государство России нас благословляет, а церкви нас проклинает. Вот дожились. Государство тебе дает мультивизу, а христиане выставляют ОМОН с автоматами. Автобус тебя ждут. Добро пожаловать на конференцию в Россию. Оцепление, знаете, да капец, я в шоке. В общем, Евангелие движется по стране нашей русской. Аллилуйя! Отдохни ты воздуха. Ты что, у баптистов где-то? Я вообще не понял. Ты дома! А ну, фонарики поделай. Подними руки быстро, я сказал, фонарики поделай. Подними руки. Че, я не понял, что не послушаю. А руки все подняли? Подняли, я не слезу пока. И фонарики поделай. Вот свобода уже пришла. Все, проповедь можно начинать. Так просто. Я же сказал, будьте как дети. Расслабься. Может, в отсутствие мое ты куда-то ходил? Ты, может, куда-то в гости ходил? Я что-то тебя не узнаю. Улыбайся. Иисус живой. Итак, дорогие, идем в слово. Тема моя называется «Родители стандарта». Родители стандарта. Итак, я начну с того, что я хочу проиллюстрировать некоторые вещи, которые будут являться базой или фундаментом для того, что я хочу сегодня высвободить. Слушай меня сегодня не ушами, твои уши свернутся. Слушай меня своим духом. Окей? Поэтому, дорогие мои, я хочу высвободить эти моменты, я хочу дать тебе понять некоторые вещи, и я хочу тебе дать, чтобы ты четко и конкретно прочертил реальную черту между жизнью и смертью и перестал заигрывать со смертью. Тебе нужно решить, кто ты и где ты. Сейчас военное положение в духе, и ты не можешь
перебегать со стороны в сторону. Кто-то понимает меня? Сейчас важно посвящение. Сейчас поднимается новая ДНК, новая церковь, движение Бога. Другими словами, то, что мы подразумеваем новое, это всего, это не что иное, как восстановление того, что было высвобождено Богом на апостолов. Он родил свою церковь, и в процессе церковь дегенерировала до такого кошмара, о котором мы сегодня поговорим, что ее не узнать вообще. Алло. Ученики кувыркнулись в гробу. Если бы они сейчас воскресли и пришли к нашим братьям на собрание. Представляешь, воскресает Павел и приходит. А его взяли и отлучили. Потому что у него одежда не совпадает. Так, все, я туда не иду. Потому что это отдельная тема. Мы с вами идем в другую тему. Это так было, это так, шутка. Итак, дорогие. Когда я жил на Украине, это еще был бывший Советский Союз, СССР, так называемый, мы, у нас было хобби в семье, мы разводили породистых собак. Колли, доберманы, там, бла-бла, там разные там всякие. Это не было бизнесом, хотя там мы немножко зарабатывали, но там больше это был просто интерес, мы, нам это нравилось, вся семья этим занималась. Мама, я, моя сестра, мой брат. У нас были друзья, которые этим занимались. И один раз у нас просто зашел разговор, и эти друзья, которые точно были в этом хобби, мы вместе ходили на выставки, наши собаки получали медали, может, кто-то этой ерундой занимался, в общем, это убийство времени, ну, кому надо, но это было. Полнейший отстой и убийство времени, никому не нужно, твоя, у моей собаки медаль. Ну и флаг тебе в руки. Фу. Короче. И, в общем, это, у наших собак было много медалей, это о чем-то говорит, это, знаете, мы победители были где-то там на собачьих выставках, аллилуйя. После которой никто ничего не помнил больше. И один раз, и мы с этим другом заговорились, и он говорит, знаешь, как выводятся породы? Я тогда еще совсем молод был, мне где было 16, где-то 15-16 лет. В 17 мы переехали уже в Америку, когда мне было. И, в общем, я был молодой парнишка, а мне эта семья рассказывает, знаешь, как выводятся собаки? Я такой, интересно, нет. И иногда, знаете, такая есть вещь, как генетика, ДНК. И вы знаете, сейчас мы уже в другом мире живем. Сейчас они могут породу сделать в пробирке. Раз, два, несколько капель, а то и раз, два, три, четыре, там бам-бам. Они прям в пробирке породу делают и потом загоняют ее в живого пса и уже могут конкретно там свои вещи делать. Но это было еще конец 80-х, начало 90-х. Там еще совсем по-другому делали, и вы знаете, все, что делалось, это путем скрещивания. И если, он говорит, знаешь, как из собаки вывести агрессию, зло, и сделать ее ленивой, пассивной, доброй, ну никакой. Вот, например, как американская собака Golden Retriever, знаете, такая есть. Она никакая, ты можешь в нее ноги вытирать. Это хорошая собака для семьи. Это вот эти Golden Retriever, они такие добрющие, с ними младенцы могут играться, за уши тягать. Она никогда в жизни не ёкнет, не квакнет, ничего. Это вот такая собака, у нее в ДНК нет агрессии. Окей? И поэтому он говорит, знаешь как? Говорит, путем примешивания ДНК выводятся вещи, и в процессе мы достигаем рост, вид, какая шерсть должна быть, и, естественно, характер породы. И вот этим он мне немножко поделился, половину я вообще ничего не понял. В общем, это я сейчас так вспоминаю, что он мне говорил, потому что я в генетике абсолютно не сведущ. Но я понял одно, что чтобы из агрессивной породы в конце сделать абсолютно неагрессивную, должно пройти несколько поколений, и должно в ДНК вмешаться очень много других пород, понимаете, да? Вмешаться других ключевых моментов, чтобы в конце агрессии не было вообще. Итак, о чем я говорю? Дух религии, слушайте внимательно, вы знаете, почему первоапостольская церковь была рождена в великой славе и огне? Она рождена была в раскаленном огне Бога. Это была такая слава, где люди выходили, говорили несколько фраз, и 3000 каялось. Это было, да, это были гонения, но это было дни величайшей славы. Это было что-то незабываемое. И когда мы возвращаемся, церковь настолько извращена, изуродована и искалечена. И я говорю, Господь, что это? И буквально несколько дней назад, я так скажу, пару дней назад у меня был с Иисусом конкретный встреча, разговор. Меня все это накрывает, что сейчас происходит вокруг нас и вообще в России, по миру. И я говорю, Господь, что это? Он говорит, сын, пойми меня.
у дьявола заняло очень много столетий, чтобы из генетики церкви вывести самые ключевые вещи. Слушай меня духом сегодня. Вы даже не представляете, что я сейчас хочу вам сказать. Если вы это не поймете, вы всю жизнь будете думать, что это настоящая церковь. А что это? О, я расскажу. Ты же знаешь, я расскажу. Конкретно расскажу. И ты никуда не денешься. Итак, очень много лет дьявол подставлял свои фигуры на доску, незаметно, потихоньку. Поколения за поколениями сменялись, и мы выродились. Во-первых, выродился кто? Отцы и матери церкви, из которых выходит поколение. Я не говорю сейчас о физическом, слушайте меня духовно, я предупредил всех вас. Итак, чтобы что-то стало пассивным и мертвым, это значит, что-то должно быть смешано, чтобы это получилось. Другими словами, дьявол поднял поколение в процессе отцов и матерей, у которых из ДНК были выведены все важнейшие части того, кто церковь есть. Но уникально то, что дьявол не попытался сделать какой-то радикальный шаг. Библия была оставлена, слово было оставлено, но оно абсолютно мертвое. Кто-то понимает меня? Мертвое, не имеющее жизни. В их устах, в их руках, оно как у политиков или у, я так скажу, у людей, которые не верят вообще в Бога. Это обыкновенное пустое слово, потому что из генетики выведено все. Когда я смотрю на Первоапостольскую церковь, когда я читаю книгу мучеников Христа, меня шокирует то, что эти люди были первые, у них присутствовала святая агрессия. И я не дам тебе это называть Богом. Они ненавидели идолов. Второе, у них была великая любовь. Третье, они были наполнены силой, помазанием и огнем Бога. Дорогие мои, все это было удалено из ДНК. И мы сейчас с вами видим урода, извращенца, в которой стоит личность, которая говорит о Боге, но абсолютно не имеет в виду этого, не живет. И что бы он ни пытался делать, он сам не понимает, почему у него ничего не работает. Это выведенное духовно-генетически поколение. Алло! Что-нибудь берешь для себя? Аллилуйя! Кушай, запивай. Мы идем дальше. Итак, несколько бомб сегодня сбросим. Это было первое. По тишине вижу, проехало. Кто-то понял, о чем я говорю, церковь? Или тебе до сих пор кажется, что мы играем в игры? Она не живая. Ну, не живая. Это все, знаете, сторожить склад с оружием, наняли белку. Ну и что? Что она никого не укусит? Ну и что же она пушистая, мохнастая? Зато она же на цепи. Она же, у нее же будка есть. Ну и что? За ее плечами там находятся там ядерные боеголовки. Она защитит. Дорогие мои, мы с вами, слушайте меня внимательно. Церковь сегодняшних дней абсолютно не готова к жатве и к движению Бога. Генетически выведено все, что даже может воспринимать Бога. Помахай рукой, если ты еще со мной. Аминь. Есть, которые со мной. Смотри, дух религии поднял массы бесхребетных лидеров в процессе, подмешивал. И теперь, там даже головной боли невозможно, там чудом называется: Господь меня благословил, у меня не угнали машину. Выбили окно, но не угнали. Аллилуйя! Это чудо, братья и сестры! Может, почитаем о чудесах, о которых говорит твоя Библия? О, Бог мой, не дайте мне туда идти, бо я там потеряюсь. Смотри,
Он понял массы бесхребетных лидеров, поправших стандарты, потому что стандарты, они цепляют тебя первого. Чтобы говорить «не лги», все должны знать, что ты не лжешь, а у тебя полцеркви уже наказано твоей ложью. Вы читайте Библию. Слышали учение последнего времени? Пастор, можешь совет дать? Молись, Бог тебе откроет. А тебе открыл? Нет, я тоже молюсь. Давайте молиться вместе, чтобы дух идиотизма вышел и дух ума вернулся. Потому что больница должна лечить. А там все больные, включая докторов. Они не просто больные, они еще всех заражают. Да, я на тебе руки возложу. Будешь рукоположенный, раз, и уже никакого помазания нет. Приплели. Дорогие мои, не подставляй свою голову под смерть. Будь очень аккуратен, кто возлагает на тебе руки, потому что ты получишь тот же дух. Он не рукоположенный. Это мой бонус. Никому не дам свою голову, потому что я вижу, чем живет это христианство. Не переживай, у меня есть друзья, которые ходят в славе, в реальной славе. Они имеют право прикасаться ко мне. Кто-то понимает, о чем я говорю? Передача ДНК. Слушай меня внимательно. Лидеры, поправшие стандарты, бескомпромиссность, посвящение, любовь. И путем смешивания духовного ДНК из церкви были удалены одни из самых великих качеств. У сатаны это заняло сотни лет, массы поколений, чтобы оставить Библию. Другими словами, это как мой кот, чтобы оставить хвост, но вывести шерсть. У меня голый кот. Египетский типа. И вот, вы знаете, там заняло время, чтобы вот остался кот котом, но он был голый. Так вот, дьявол трудился много лет, чтобы она Библию не потеряла. Она ее держала, любила, за нее умерла, но ничего в ней не понимала. О, сила! О, силище! Это ж надо такой без мозгов жить, чтобы умирать за Библию, но ничего не понимать. Он ее даже ни разу не прочитал до конца. Но он за нее умрет. Уникальное поколение. Ох, уникально дьявол потрудился над ДНК церкви. Ох, уникально. Ты сейчас сидишь, и в тебе работает ДНК в некоторых из вас. И говоришь, что это он себе позволяет, потому что в тебе работает уже эта ДНК. Проклятая, отрекись. Ищи жизнь. У церкви есть один стандарт. Это стандарт Христа. И ничто иное. Стандарт Его, о котором мы сегодня поговорим. Впоследствии поднялось целое поколение, у которого в духовном ДНК отсутствуют самые главные вещи. Это поколение, слушай меня внимательно, это может даже не шокировать тебя, ты это знаешь, спокойно живет в грехе, во лжи, в блуде, в компромиссах, в нечистоте. И даже это не замечает. Кто-то, я до кого-то докрикиваюсь, достучу? Да тебе можно достучаться? Ты понимаешь, что грех введен в церковь, и он стал нормой. Грешат все. И никто об этом не обличает, потому что, обличив того, он обличит тебя. А что нам друг друга трогать? Давай друг друга, это просто обнимем, аллилуйя. И это лобзанием святым там. И разбежались вот. Давай вот там не будем мутить воду, потому что, брат Василий, я тоже знаю, что ты делал год назад. Давай мы будем мутить воду, я абсолютно знаю, чем твои детки занимаются. Вы знаете... Бог мой, церковь должна измениться. Не просто измениться, должна подняться новая порода без примеси. Когда я приехал в Америку, я увидел такой шокирующий момент, как арбуз без семечек. Кого-то это не шокировало, меня шокировало, и я говорю, а и? Он говорит, ну это как бы, чтоб ты ел и не поперхнулся. Я говорю, точно как с нашей религией. Чтоб ничего тебя не поперхнуло, и никогда ты не развелся. Ну, я не имею в виду развод там, я имею в виду разведение арбузов. Он не имеет, в ДНК арбуза уже нет арбуза. Апельсину режу, ни одной семки нет. Виноград ел американский? Ел. Даже выплюнуть нечего.
В этом откровении. Вот это дьявола конструкция церкви. Живи, но не продолжай род. Жизни я тебе не дам. Кто-то должен подняться. Кто-то должен озвучить. Кто-то должен говорить о стандартах и о настоящей церкви. Если тебя это опьянило, то я абсолютно трезв насчет того, что я вижу и делаю. Кто-то понимает меня? Абсолютно. Если кто-то скажет, что я перегибаю палку, проснись, и ты еще не такую палку перегнешь. Ты еще удивишь меня, когда проснешься от этой религиозной пьяни. Алло, понимаешь меня? Слава Иисусу. Смотри. В этом поколении я лежал на своей кровати, засыпая, не мог заснуть, потому что Бог давал мне некоторые вещи. И передо мной появилось две личности, я увидел это в духе. Человек, наполненный огня, объятый огнем, в костях огонь, в устах меч, он объят Богом. И стоит другая личность, абсолютно безликая, не имеющая ни носа, ни глаз, ни ушей, никаких чувств восприятия. Я говорю, что это? Он говорит, это генетически исправленная церковь в духе. Что бы ты ей ни говорил, они не хотят тебя слышать. Они не могут тебя слышать. Они говорят, ты идиот, ты ненормальный. У них нет глаз. Они не слышат, потому что не могут. Ты будешь кричать, давать диски. Получилось! Не получилось. А уникальная вещь. Вы заметили, что Иисус никогда нигде не напрягался? Вы заметили, что Он никогда не приходил, ничего никому не доказывал? Вы заметили, что Он никогда не пытался работать в старой структуре, пытаясь ее исправить? Он туда пришел, еще хуже наделал. Исцелил эту женщину. Убить его! Пришел, открыл Исаию и такую бомбу сбросил, что за ним гонялись потом полдня по городу. Дорогие мои, если он туда ходил, то там была цель. Но когда он работал, он поднимал новое ДНК, абсолютно новое ДНК. Вот о чем я говорю. Не вздумай прикасаться к старой религиозной заразе. Слушай меня очень внимательно. Это дух смерти. И только проснувшись и увидев реальность мертвых костей, за которыми идет, которые устилают путь этой блудницы религии, ты можешь спокойно, четко сказать, что происходит. Знаете, почему я это говорю? Я только что вернулся со страны чудес и знамений. Россия называется. Ой, посмотрите видео, которое я снял, в шоке будете. Вашего покорного слугу встречала полиция и ОМОН с автоматами. На конференцию благословить очередью. Они, наверное, были к чему-то готовы. Смотри, это весело, ой, весело. Никогда не думал, что я заслужу такой популярности. Думал, ну ладно, религия, там попухли и сдулись. Ну что, ребят, давайте договоримся. Аллилуйя. Итак, дорогие мои, у поколения, которому ты хочешь достучаться, генетически выведены глаза. Что бы ты ни делал, Иисус четко сказал, я пришел разделить. Если кто-то думает, ты знаешь, почему ты сидишь и говоришь, ты слишком агрессивный, нужно любить. Что? Что? Ты Библию читал? У тебя даже генетически исправлено зрение. Ты ее даже, ты прочитать те места не можешь, которые говорят сплошь и рядом о духовной святой агрессии. Прочитай, как Бог пишет. Прочитай, что Он говорит. Прочитай, что Иисус говорил, ученики говорили. О, они умирали за свои принципы. Они умирали за свои убеждения. А мы такие, ну давайте любить, давайте всех обнимем. Все с бесами переспали, дух религии с коммунизмом спит запросто, рождает деток вот таких вот, знаете, генетически поправленных. Теперь это, он не просто священник, он священник с Библией и автоматом. Добро пожаловать в современную церковь, генетически исправленную сатаной.
Мы тебе расскажем, что шаповало в еретике, если надо, если не послушаем, мы тебя пристрелим, тварь. Все нормально, у нас все схвачено, аллилуйя. Вы знаете, повторяется картина, когда Иисуса, помните, дух Каиафы, вы знаете, религия не может просто приехать и наехать на тебя. Силенок мало, но у них есть кнопочки грязные. Так же, как, знаете, в начале Нового Завета они давили на римлян, и римлян, руками римлян они уничтожали Иисуса и движение Бога. То же самое повторяется сейчас. Сидят эти большие попы на больших креслах и нажимают на правильные кнопки. Они за это расплатятся. Этот дух за это расплатится. Этот дух за это расплатится. Амин. В тебе должна быть святая агрессия. Ты должен ненавидеть зло и любить. Знаешь, ровно так, как у тебя удалена агрессия, у тебя удалена любовь. Как только возвращается любовь, возвращается агрессия. Потому что, когда есть любовь, есть что терять. Кто-то услышал мои слова? Когда есть любовь, есть что терять. Даже самый пассивный встанет в позу, когда избивают его 2-летнего ребенка. А мы с вами продали всю церковь, и ни у кого не ёкнуло. Но мы знаем, как сатана работает. И сейчас время церковь очнуться и проснуться. Время новой генетики, время новому ДНК. Время новому ДНК. Родители стандарта. Ох, они поднимутся. Ху-ху. Смотри. Перестаньте тратить свои жизни, разговаривать с глухими и показывать слепым. Я еще раз повторю для тебя, который не понимает, что ты тратишь свое время. Не ученики, не Христос это не делает. Ты думаешь, что ты Бога удивишь, а я пойду и удивлю. Я верю одно. Когда Бог хочет вывести, Он распространит свою информацию, и те, кому нужно, они поймут эту информацию, встанут и выйдут. Но когда ты стреляешь в один и тот же лоб 3 года, ребятушки, ровно как ты сделал выбор, они сделали свой. И ты их жалеешь, они себя не жалеют, они жалеют тебя. Поэтому подождем царя царей, который все рассудит. Амин? Амин. Амин. Итак, я докажу тебе это из Библии, что почему Иисус не говорил с фарисеями, Он с ними абсолютно ничего не имел общего, Он обходил их. Они пытались его убить, ничего не поменялось, дух тот же самый. Кто-то говорил, что ты проповедуешь о религии, ее давно уже нет. Стоп, церковь еще не была на том уровне, где религия даже проснется еще. Твой голосок настолько писклявый, твои действия настолько немощны, что религию это не волнует. Ты подходишь, проповедуй. Проповедуй, все нормально. Что-то есть у них? Нет, спим, ребят. Пусть говорят об огне, без огня. Пусть говорят об исцелении, без исцеления. От Матфея 15:14. От Матфея 15:14. Иисус говорит, так что отпустите их с миром. Они слепые, ведущие за собой слепцов. Алло! Кто-то понимает, что Иисус здесь не говорил о физической слепоте. Он говорил о духовной слепоте ДНК. Духовная ДНК, передающаяся по наследству. Точно как жизнь рождает жизнь, смерть рождает смерть. И Библия это подтверждает. Слепые – вожди слепых. Они обходят всю землю, чтобы найти одного, и потом делают его вдвойне худшим сыном гиены. Вдвойне они перенимают свое помазание, еще передача идет от их отцов. По ДНК. И мы с вами наблюдаем это уродие, которое стоит сейчас с Библией, лишено всякой силы, мудрости и славы, атакующее только жизнь. Самое интересное, что их не волнуют ихние собственные дети, которые сидят на наркотиках, смотрят порнографию и давно потерялись вообще в мире. Но они будут атаковать тебя, потому что они абсолютно слепы. Они даже не знают, почему они атакуют тебя. В их ДНК активируется ненависть, когда они видят или встречаются с твоим духом. Да их доезжает, нормально все? Проходит? Аллилуйя. Смотри. Так что отступите от них, отпустите их с мира. Они слепые, ведущие за собой. То есть ученики хотели, а давай мы им проповедуем. А вдруг кто-нибудь из бородатых покается? Кто его знает?
А Иисус им четко говорит, смотри, Иисус четко говорит, отпустите их с миром, они слепые, ведущие за собой слепцов. И если слепой ведет за собой слепца, оба упадут в яму. Эмэ? Итак, мы дожились до того, что целое поколение живет во лжи, лжет, называет черное-белое, черное-белым, белое-черным, и абсолютно того не понимает и не видит. Ты понимаешь? Вот, они говорят, покажи мне чудо. Ты показываешь чудо, вот оно. Вот YouTube, вот я, вот нога выросла. О, вы знаете, там генетически, там даже ума из генетики удалили. Там дьявол! 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 Везде дьявол! А Бог где? Бог? Он где-то там. О, всемогущий Бог! Из генетики удалено даже мудрость. У них всемогущий Бог где-то там, который не всемогущий, ничего не могущий. Зато тебя он задушит. У тебя чудеса от дьявола. Откуда он знает? А он истина. Он истина. И по себе он судит всех. На, вот, смотри, вот женщина была, да, вот снимок. В Германии, вот снимок, женщина. Вот ее рот открытый, у нее обыкновенные зубы. Вот снимок на следующем дне, полный рот золота. Она не успела за ночь вставить. Сколько там, 14-16 зубов, сколько там? Короче, пол рта, смело скажем. Ну вот, два снимка. Фотошоп. Я говорю, ты, идиот, думаешь, что я проповедую? Ночью отредактирую фотки. Утром проповедую. Я думаю, Господь, выведи у них из генетики идиотизм. Ну хотя бы идиотизм выведи. Вы знаете, что как вера верит в невидимое, неверие не верит в видимое. Кто-то понимает, что это за дух? Ты будешь показывать, вот оно, вот оно, вот. От дьявола. Хорошо. Зубы от дьявола, камни от дьявола, ноги растут от дьявола. Вот смотрите. А самое интересное, знаете, какое чудо они принимают все? Когда бабло появляется. Когда бабло появляется. О, это чудо. О, Господь, дай денег. Господь, если было из генетики удалено все. Ну удали и это тоже. Чего не это? Ничего не хотят, а бабло хотят. Хотят много бабла. Ты попробуй еще что-то скажи. У него Бога на служениях нет, никакой жизни нет, все вымерло, вытоптано. Зато он делает бизнес-семинар. Приходите, бизнесмены, христиане. Пожалуйста, апостол Павел, можешь прийти на одно из этих служений и сказать свое мнение. Ну, пожалуйста, апостол Павел, хоть один раз. Я хотел бы увидеть реакцию учеников, не мою, мою вы знаете. Учеников, реакцию учеников на эту хрень. Ну, пожалуйста, ну хоть отреагируй. Господь, ладно, твое мнение, они никогда не понимают. Ну, хотя бы вот пришел. Не признаю. Он будет делать в церкви КВН. Кукольный спектакль. Какой только хрень я не видел. Баскетбольный матч. Ну никогда он не будет поститься и молиться. У него в генетике этого нет. Он будет делать разбор слова. Надо быть разбираемым словом. Слово ты разбираешь. Разборщик ты мой. Слово разбирать? Это сидеть. Знаете, разбор слова это сидят умы и разбирают Бога. Как ты понимаешь это место? У нас сейчас идет разбор словом. Вот сейчас. Он разбирает тебя своим словом. О, и ты сидишь и о, а это что? О, а это что было? Держись, если выдержишь, получишь. Потом догонят, еще раз получишь. И может быть через месяц,
У тебя хотя бы будет сердце, которое способно слышать. Мы дожились до того, что целое поколение лжет и не видит. Лжет. Лжет и не видит. Представляете, чтобы закрыть здания, вот эти все, всем директорам этих зданий религиозные чиновники должны были налгать. Я персона, которая нелегальна на территории России. Ребята, которые делают конференцию, они продающие, торгующие наркотиками, наркоманы. Другими словами, они так напугали этих бедных тетенек, директоров, они бедных, забирайте деньги, забирайте, уходите, уйди. А потом мы пришли через несколько дней, сказали, ну честно, расскажите, что вам наговорили? Ой, Боже. Вы знаете, что религия — это грязная тварь? Ровно так, как они искали лжесвидетельства против Христа, потому что не находили. Им нужно было врать. То же самое случилось с нами. Добро пожаловать в Евангелие. О, нас они боятся, это я убедился. Боятся как огня. Бог мой. Что первое я понял, это страх. Потому что давят на все, что только можно. И вот оно. И мы дожились до этого. Что теперь нас не коммунисты гонят. Коммунистов нет. Теперь власть. Сейчас управляется Россией, все нормально. Государство отлично, тебя впускают. Дают залы, залы за залом. Религия закрывает. А власть говорит, а вот вам еще один зал. Религия говорит, закрывает. Власть потом звонит и говорит, ребят, еще один зал для вас нашли. И потом я получил передачу гнева. И я сказал, расплатишься, дьявол. Расплатишь. Он сейчас платит. Ой, платит. Вы знаете, сколько людей уже коснулось это, и сколько уже масс людей написало писем, что их Бог коснулся через эту... Знаете, что уникально? Бог чудеса делает. Самая несостоявшаяся конференция сделала больше, чем все, которые мы делали. И я был шокирован, это только Бог может. И то здание ДК железнодорожников, в которое не вошли, сделало больше всего вещей. Вы знаете, я люблю Бога. Я люблю Бога, Он доказывает тебе, что не твоими руками, сынок, я делаю, подчиняйся мне. Мы всегда с вами говорили, нужно выходить за стены проповедовать, а ты тут раз, и в стену не пускают. О! О, шо, о, Бог говорит, сынок, я тебе даю новый формат церкви. Я пастор, а вы мои дети. И вам не надо здание. И не надо какие-то перцы с большими животами, которые будут вас учить мудрости, и вот они с братьями решают, что тебе вот есть. Я вещи называю своими именами, ты знал, куда приехал. Всегда предупреждаю. Я такой. Ты же меня любишь, да? Ты же меня любишь. Я такой хороший. Для деток папы. А для дьявола я изверг. У меня четко разграничена эта позиция. У меня да-да и нет-нет. Черное это черное, белое это белое. Пожалуйста, пойми это. Стань таким. Стань нормальным, стань честным. Начни вещи называть своими именами, и ты будешь шокирован, что вокруг тебя начнет происходить. Фу. Смотри, почему все вот так извращено? О чем это говорит? Это говорит о том, что это поколение было превращено в тех, кто был перед ними. Это слабое, лживое, позорное христианство. Библия говорит, по плодам их узнаете их. Не по лицам их, не по деноминациям их, не по Библии их, по плодам их. Потому что тогда тебя гнали власть, совет, вы думали, это чиновники. Сейчас чиновники тебе зал за залом ищут, запыхались искать тебе зал. А эта зараза переехала в церковь, и они жнут на кнопочки. Они свои морды не повысовывают, потому что для них это будет капец. Они будут тихонько сидеть, а нас не было, а нас не было. Это они, это они. Ты что, идиот? Думаешь, что мы вчера родились? Ты думаешь, что я тут вылупился в Америке такой махровый, пушистый? О, закрыли. Да это власти, это власти. Я знаю, где власть, а где дьявол. И я знаю, где религия. Абсолютно грязная, черная и вонючая религия. И спокойненько сидят, как Каиафа, давят на свои кнопочки. Им не жить. Расплатимся потом.
Дожились. Класс, мне нравится. Я аж ожил. Думаю, ну если прошла конференция, думаю, ну она прошла. А это так не прошла. Так не прошла, что кувыркнула всех от непрошедшей. Я говорю, Господь, я еще хочу не провести одну. Можно? Еще одну не провести можно? Где-нибудь. Потому что так гохнуло, аж сам на попу сел. Мы с ребятами такие сидим на попах, знаете, говорим, а что было? Папа говорит, я и вам даю передачу. Держите, помазанечки мои. Пока папа дает, он всем дает. И мы все лежим. Они приехали получить передачу, я от них ее получаю. Думаю, что это? Я к ним прикасаюсь, и через них в меня входит боль, сострадание, любовь. И чем больше я якобы передаю им помазание, тем от каждого из них я получаю дозу боли, сострадания, молитвы. В меня входит что-то, что раньше не входило. Я приехал другим человеком. Кто-то понимает меня? Моя жена приехала другой личностью. Мы уже друг друга не узнали, когда мы приземлились в Америке. Я говорю, все, с этого момента будет все по-другому. Потому что Бог поднимает новое ДНК. О, Иисус! Даже те, кто ненавидят это движение, все согласны с тем, что в их церквях нет движения Бога. Они пишут это на своих форумах и сайтах. Они все согласны. Не наблюдаете ли вы парадокс? Они все согласны, да, нет Бога, ну это нормально. Ну почему нормально? Ну потому что у брата Степана и у дедушки Ивана так было. Они тоже пели псалмы. Милости Господни вспоминай, считай. Давайте другой псалом споем. Считать нечего. Отче наш. Отче наш. Ты что раньше не мог разбудить вам? Вот так я и вырос. И когда я сказал, там Бога нет, они сказали, как это Бога нет? Мы сказали и расписали, что Он там есть. И кто ты, что ты мне будешь говорить, что тут Бога нет? Только, сука, пузырей тебе докажут, что у нас есть Бог. Он и тут, он и там, он и на братском-дратском, он у нас везде. Бог он. Вот сейчас что-то скажешь, ты знаешь, что ты Богу уже не нравишься. Еще одно слово, и Бог тебе может вообще наказать. Ага. Не знаю, что-то я всегда в Портленде себя так классно чувствую. Может, я просыпаюсь уже к 6? Ты себя чувствуешь хорошо? Я очень хорошо. Так хорошо. Дорогие, ты даже не представляешь, ты сейчас получаешь передачу. Ты уже уйдешь с этого здания другим, если ты отпустишь свой мозг хотя бы на минутку. Скажешь, папа, отдаю. Отдашь ему свое сердце. Ты просто наконец-то начнешь видеть. Позволь ему показать тебе. И может ненормальный Шаповалов превратиться в твоего друга. Потому что у тысяч это произошло, и они потом пишут, пастор, прости нас, мы тебя колбасили, ненавидели, мы тебя там чуть не материли, прости нас, ты наш такой хороший, любимый уже стал. Я такой, это нормально все, я вас не знаю, все, живите там. Это. Я вас простил. Навсегда. Да. Аллилуйя. Так, проповедь, где ты? Это у меня сестра была. Лёля, вот она играет на барабанах. Её нету. Опозорю. Она, знаете, она такая, она когда была маленькая, такая,
Она, знаете, у нее выпадала соска, а ходить не умела. Она такая: «Сося, ко мне! Сося, ко мне!» И я уже не выдерживаю, такой: «Пу!» И она думала, что Сося приходит. Нет ее, да? Слава Богу. Чего это я... К чему оно? Я не знаю вообще. Пытаясь пристегнуть, не получилось. Ладно, назад в тему, не знаю. Откуда оно взялось? Так, наверное. Чуть, я не знаю, откуда эта картина вообще вылезла. И она всегда кричала на весь дом: «Сося, ко мне!» Так интересно было. Так, все, стоп, назад. Те, кто ненавидит это движение, все согласны? Все согласны? Все! Никто не будет говорить: «У нас чудеса и знамения!» У тебя сразу будет такой вопрос: «А покажи свои!» Наши видел? Видел. Ноги растут, зубы вылетают, камни высыпаются, там золотая пыль, там перышки иногда сыпятся. Ну и что-то ты считаешь это абсолютно детскими. Ну покажи взрослость, ну покажи хоть одну взрослость, ну покажи детям во Христе взрослость. Покажешь? Покажешь свою взрослость? Ну покажи взрослость, а? Ну дитю покажи. Ну не вырос. Одни золотые зубы, одни ноги растут. Одни чудеса, знамения вокруг, одни исцеления. Ну покажи взрослость, а! Не покажет. В ДНК нет ума. Выведено. Будешь вот так показывать. Вот вода, вода! Будешь смотреть и говорить: «Нет!» И некоторые из вас попытались, и ты думаешь: «Ну дает! Ну дает!» А он дает еще как дает. Он такой: «Нет! Не вижу!» Ну кто-то понимает, о чем я говорю? Ну оно или не оно? Ну оно! Самое оно. У них ничего не получится, у тех, которые пытаются. Знаете почему? Что бы они ни пытались сделать. У них это не получилось тогда, прошло уже десятки лет, прошло, ничего не получилось. Потому что в их ДНК нет агрессивности, посвящения, бескомпромиссности, которая нужна, которая очень конкретно наблюдалась в первоапостольской церкви. Все, что они делают, это ходят по кругу, понимая, что это что-то не то, и изменить ничего не могут. Поэтому, чтобы поднять церковь, слушай внимательно, должна быть тотальная реформация духовного ДНК. Я сейчас продвигаюсь дальше. Мы с вами говорим о реформации, но мы не говорим о реформации старой твари. Мы говорим о реформации нового ДНК. Должен вернуться стандарт. Родители стандарта, тема называется. Это говорит то, что ты ищешь помазания, а Бог говорит: «Сынок, мне нужны генетически чистые дети Христа, чтобы передать этот дух моей церкви. Мне нужны те, которые умрут за мою истину, которые будут жить в честности, в славе, в святости, в истине, которые будут со мной». Кто-то понимает? Дети стандарта. А мы: «Положи, ну положи, ну помоли за меня». О, аллилуйя. И ты помолись за меня. И ты. Помолитесь все за меня. Зачем? Бог хочет поднять детей стандарта. Как поднимаются дети стандарта? Ты начинаешь говорить правду. Какая глубина? Глубинища. Говорить правду. Правду, да, пришел. У вас Бога нет. Ну как нет? Что ты имеешь в виду? Ну, я вам говорю, нет. Ну как нет? Ну а где чудеса, знамения? Понимаете, Гидеон, да? Пришел он и говорит: «Привет тебе, муж сильный, Господь с тобой, первое». Он сразу говорит: «Нет, неправда. Нету Бога. Чудес нет. Все это что-то не то. Я вообще ничего не понимаю». Бог говорит: «О, ты мне нравишься, мужик. Вот с тобой поработаем». Кто-то понимает, что Бог ищет? Гидеон был генетически чист. В нем не было примешано ничего. Он видел, слышал и сердце разумело. Вот кого он ищет. Он не ищет людей, которые: «Я в славе, я в славе». Бог ищет людей, которые скажут: «Бог, где слава? Бог, где слава? Бог, где чудеса? Где спасенные люди? Почему молодежь умирает? Почему самоубийство? Почему церковь мертвая? Где?» Ему вот с этого и начинай. Прямо сейчас передачу тебе даю истины, правды, бум, держи.
Помолите меня, чтобы пришло помазание. Начни говорить правду. Помазание хлынет. Хлынет сразу в первой церкви. Загнут и так хлынет помазание, что будешь шокирован. Пока будешь лететь, будешь говорить, ое, опрет, ое. Помазуха какая. Да, долетел до следующей церкви. А вы такие самые дохлые, как и те. Держи еще одну передачу. И вот я изрядно полетал от истины к истине. И потом сказал, Господь, знаешь что? У меня все болит, и я больше никуда не пойду. Я буду делать то, что ты мне скажешь. И так мы родились. Добро пожаловать. Если ты думаешь, что я изменюсь, ты быстрее сдернешь отсюда, чем я поменяю свои проповеди. Но это не к тебе, это к тебе в той камере, там вот им это все. Конечно. Мы же с вами, ты че? Вообще? Куда? Такая сила. Ой, аллилуйя. Да, я люблю порно. О, Иисус. Итак, дорогие. Поэтому должна быть поднята церковь. И должно прийти тотальная реформация духовного ДНК. Должно подняться поколение отцов и матерей стандарта, посвящения бескомпромиссности любви, которые укажут путь следующему поколению. Итак, я сейчас скажу некоторые вещи, приготовься. Я хочу, чтобы ты это послушал очень серьезно. Это еще одна из очередных бомб откровений, которые я хочу, чтобы ты принял в свой дух. От Матфея 16:18. Слушай меня внимательно. Вы знаете, мне нравится брать места из Библии, которые никто не понимает. И мне нравится, когда Бог их открывает. Не я что-то там выковыриваю со своим теологическим умом, а Бог просто берет и открывает, как детям, которые... Ты знаешь, как тебе Бог будет открывать? Ты придешь и скажешь, папуль, я ничего не понимаю. Кто-то понимает, да? Просто ты подходишь и говоришь, папуль, ну, я понимаю, тот теолог там что-то задвинул, тот задвинул. Ну, что-то не верится, что-то не то. Папуль, пожалуйста, ну, открой, а. И ты увидишь, как он тебе откроет. Так просто и понятно, и ты будешь, вау, и все, да. Будьте как дети. Потому что отец хочет своим детям дать. Матфея 16:18. Я говорю тебе так же, что ты Петр, и на камне этом я создам церковь мою, и силы смертные не одолеют ее. Сколько я слышал толкований. Сколько всего. Бог мой. Бог подходит. Сколько здесь один говорит. Вы знаете, каждая деноминация по-своему. Кто-то говорит, да, Бог построит на Петре. И родились католики. Ой, мое. И теперь ты не знаешь, куда щемиться от Петровичей. И у них там своя тема пошла. Он же сказал на Петре. Ну, конечно, на Петре. А Петр кого там помазал? О, ну и понеслась. Римские папы там, римские мамы и так далее. Ну, ладно, это другая тема. И другими словами, вы понимаете, да, что каждый трактует по-своему. Кто-то называет, Петр это камень. Конечно, построим на нем. Другая деноминация, я слышал, даже недавно. И я тебе говорю, ты, Петр. И потом Иисус поворачивает палец к себе и говорит, а на этом камне я создам церковь мою. Думаю, вопанты, ты что, это кино смотрел, что ли? И вообще я не понял, откуда эта DVD-шка приехала сюда? Как это ты камень, а вот на этом камне я... А к чему вообще этот базар тогда, если Иисус сам с собой поговори, пойди, что тебе он надо вообще? Ты камень, а на этом я... Ну ты там каменишка, булыжничек маленький такой, камешулечка. А я вот на нашем фундаменте. Извините, некоторые не улыбаются, некоторые до сих пор верят в эту хрень. Что ты имеешь в виду? Вы знаете, сколько я слышал теологов насчет этого места? Бог мой, у меня мозги текли. Я говорю, папа, пожалуйста, объясни мне, потому что мне уже плохо от этих учений. Там Петровичи настроили, глядь, династия такая там. Так хватит с иллюстрациями, не закончи, пробуй. Так, все, надо объяснить и расслабиться, все. До сих пор это место в Библии является очень спорным, и для сильно умных оно закрыто. Вы заметили, как для сильно умных все закрыто? Вот он такой умняшечка, и он ничего не понимает. Слушай, стань детем. Скажи, пап, не знаю. Ну, честно, не знаю. Папа, открой. Для умных сильно закрыто. До тех пор, пока ты не подойдешь к этому, как дитя, и отец покажет тебе.
Здесь Библия говорит, слушай меня внимательно. Здесь Библия говорит, и сейчас должен слушать твой дух меня, потому что твоя голова не поймет сейчас. Здесь Библия говорит о Петре, и в то же самое время не о Петре. Послушай внимательно. Потому что, как то и другое, если ты рассматриваешь это с позиции плоти, ты будешь ставить Петров. Если ты объясняешь это с позиции непонимающей души, то ты вообще отойдешь, и церковь превратилась в то, что она и есть, потому что мы не понимаем, что здесь Иисус сказал. Но в последнее время я верю, дорогие мои, Бог восстанавливает знания, умножится знания. Бог объяснит, Папа все откроет, все вещи открываются сейчас. И мы просто наслаждаемся Его мудростью. Не нашей мудростью, Его мудростью. Мы никогда в жизни не дойдем до того, что Он расскажет нам. Послушайте. Итак, Библия говорит здесь о духовном ДНК Петра и о тех качествах, на которых будет построена Церковь Христа. Когда мне Бог сказал, говорит, сын, когда я сделал передачу Петру, ты хочешь увидеть, знаете, почему Петр назывался камень? Давайте начнем с этого. Ты, Петр, камень. Скажите мне, основание каждого здания что? Камень. Иисус говорит, копали, пока не наткнулись на камень. И построили одни на песке, другие на камне. Камень – основание всего. Другими словами, если ты берешь камень творения физического, это, другими словами, ДНК этого здания – камень. Дошло? ДНК этого здания – камень. Иисус говорит, ты камень, и на сём камне, другими словами, он завуалировал истину и закрыл ее для сильно умных. И открыл это младенцам, он это сам говорит. Он говорит, как каждого здания, ДНК – это камень, субстанция, в тебе, Петр, я влагаю мое ДНК. И он сделал эту передачу в процессе. Вы знаете, так интересно, Петра все обходят. Павел. Вы знаете, что все чудеса, которые сделал Петр, намного были сильнее, и Павел даже рядом не стоял с тем, что делал Петр. Перечитайте, родные мои. Передача ДНК Бога и истинного христианства была в Петре. Бог мне сказал, прочитай. И я перечитал все качества Петра. Сейчас некоторые из них вам расскажу. И Бог сказал, если ты хочешь знать, что будет дальше, что будет там, посмотри на жизнь Петра, и это будет основание духовного ДНК церкви последнего времени. Доехала? Пожалуйста, возьми это в свой дух, потому что, опять же, я говорю, это будет непонятно для сильно умных. Смотри. Итак, чтобы дошло, перевести это можно так. Я говорю тебе, ты духовное качество ДНК. И на этих качествах ДНК я создам церковь мою, и силы тьмы не смогут одолеть ее. Все, что до этого мы видели, это ДНК извращенное, религиозное, человеческое, на которое дьявол не то, что он их победил, он уже их забыл. Ну, аминь или не аминь? Или я опять наткнулся на противостояние? Итак, я говорю тебе, Петр, он берет личность, вкладывает духовное ДНК. Вы знаете, что в фундаменте жертвенника, в фундаменте истинной церкви, в фундаменте Иерусалима находится 12 камней. Апостолы – это 12 камней. Каждый из них несет свое духовное ДНК. Первое, это сейчас так заброшу бомбу так для размышления. Первое, кто несет в себе именно ДНК самой церкви, это Петр. Все остальные ученики – это как добавляющие камни к тому, что будет идти и выстраиваться. 12 камней и ДНК церкви Бога находится в церкви 12 апостолов. И он сказал, я в тебя, Петр, влагаю. Ты камень на сём камне, на ДНК я построю церковь мою. И когда я изучил жизнь Петра, меня просто вышибло, потому что мы с вами как-то так читаем с вами. Никто не проповедовал 10 минут, и ни у кого из учеников не каялось по 3000. Петр, ничья тень не исцеляла, кроме Петра. Дорогие, он делал чудеса, вещи, в которых он ходил. Когда ты это все изучаешь, ты думаешь, Бог мой. Почему я раньше этого не видел? А Дух Святой говорит просто, сынуля, ну ты не просил? Ну попроси, я тебе все скажу. Все очень просто. В Царстве Бога.
Итак, проследить за помазанием Петра, и это передача, которую он получил от самого Христа, можно четко увидеть, какой будет церковь последнего времени. Реальное посмещение до смерти. Когда Петра убивали, он сказал, я не достоин быть распят, как Христос. Помните историю? Прочитайте, это все есть. Он сказал, распните меня вверх ногами. Другими словами, дорогие мои, только это одно должно уже тебя кувыркнуть. Он не просто боялся, он не просто, так скажем, не боялся умереть. Он даже не хотел умереть, как Христос, потому что в нем была такая слава. Дорогие мои, вы понимаете, о чем я говорю? Он не просто не боялся смерти, это даже разговора нет. Он даже выбрал, как ему умереть спокойно. О, Иисус! ДНК церкви. Она не просто не боится умереть, она еще говорит, а, убивать будете? Ну тогда убейте меня вот так. О-о-о. А мы с вами, Господь, у меня последний бак бензина. Если стрелка упадет на И, я не верю тебе, что ты есть. А мне один хохол сказал, И это не И, это Е. Это значит ЩЕЕ. Ладно, к чему это, я не знаю. Я не верю в христиан, которые Богу ультиматумы ставят, кулачешечками махают. Бог, не дашь мужа, не буду тебе служить. Не дашь мне бизнес, ну и лесом твоя церквушка. Бог не работает. Он ищет людей, которые готовы умереть за свои принципы. Люди, которые готовы не просто быть осмеянными, против тебя плохо говорят. Я еще легко отделался. За то, что я говорил, за то, что я говорю сейчас, ровно 100 лет назад убивали. А мы боимся быть осмеянными кем? Не нацией? Тетей Дашей через лестничную площадку. Она меня больше не даст мне свои вкусные печенья и не пригласит меня на вареники. Церковь последнего времени... Ты понимаешь, о чем я говорю? Очнемся! Очнемся! Реальное посвящение, его распяли вверх ногами. Ненависть ко лжи. Эта личность не просто ходила личностью. К нему заходят ребята. На нем было, дорогие мои, не просто было помазание, на нем было ДНК неба. В присутствии Петра ты не врал. Других учеников, да, там разные вещи происходят. В присутствии Петра, он говорит, а столько пожертвовали? Да, столько. Ту, унесите. Ну что, сапфира? Как, столько? Столько, унесите. Дорогие, если бы тут сейчас был Петр, нас бы унесли всех. Господь, спасибо тебе, что мы еще в процессе. Улыбаетесь, да? Она ни сапфире не до улыбок была. Представь, принесли бабло и сдохли еще. Ну что за дела вообще? В наше время ты бы нашими религиозными пузырями, ты даже был бы особо награжден. Ты понимаешь? Да, ну и что, десятина, конечно. Тебя вперед на переднюю лавочку. Это брат, мы его рукополагаем, аллилуйя. Да, он наш. Думаю, что он нам бабла столько отвалил. Тебе еще не надоела эта зараза? Ты еще спокойно на эту гниль смотришь? Очнись, это не церковь. Это проститутка религиозная, которой давно должен прийти конец. Yeah, I said. Так, время заканчивается. А я столько правды еще не выдал. Как, дозу закладываем? Дух в порядке? Или ты уже сидишь? Куда я попал? Куда я попал? Ты попал туда, где дают дозу истины и не спрашивают, шевелись я или не. Дают и все. Ненависть ко лжи, смерть Анании и Сапфиры, движение в неслыханных чудесах и знамениях, чудотворениях через тень Петра. Люди воскресали, исцелялись. Бог мой, происходили сильнейшие вещи. Сила слова – это покаяние 3000 через одну коротенькую проповедь. Список можно продолжать. И он будет длинный насчет Петра. Поэтому, если ты хочешь узнать,
какая должна быть церковь, какое должно быть ДНК, основание церкви последнего времени, прочитай Петра. Знаешь, с чем ты должен сравнивать церковь сегодняшних дней? Угадай. С жизнью апостола Петра. Потому что Иисус его назвал стандартом для последнего времени. Не надо никакого слушать брата. Подходишь и спокойно сравниваешь. Так? И я сегодня спокойно поднимаю руку и говорю, я еще не летал и не лежал, где апостол Петр, и я жажду там быть. И я тебе говорю, что мы еще упали и отжались по сравнению с ними. Бог мой, я спокойно могу признать то, что я еще рядом, даже не отдыхали еще там. Но я это хочу. Я признаю, что мне мало. Я признаю, что у меня еще абсолютно недостаточно. Я хочу больше. Я спокойно это говорю Богу. Не только вам, ему наедине. Говорю, папа, пожалуйста, подними родителей стандарта. Подними таких, на которых один взгляд будет взрывать всю твою жизнь. И ты будешь смотреть и говорить, вот они, люди и церковь последнего времени. Кто-то понимает меня? О, Иисус! Я вам серьезно говорю, внутри моих костей огонь. Я просто последние вот эти дни, я просто горю в славе Бога. О, Иисус. Чувствуется, наверное, да? Аллилуйя. Я тоже. Все хорошо. Я держу себя в руках. О, смотри. Итак, если ты хочешь знать, какая церковь должна быть, с чем сравнивать? Где manual? Где первоисточник, где мне вернуться в ДНК и увидеть, кто есть и кто должна быть. Изучая жизнь Петра, она отписана от начала до конца, от всех его приколов, где он там голый в лодке стоял и орал, Иисус, это ты, я. То есть у Петра было все, честно, прочитайте Библию, там смешно будет. Написано, припоясался. А я такой, что ты делал, не припоясанный вообще? В лодке с мужиками вообще. Я ни на что не намекаю, просто как, ну, картина странная, ну, не. Ладно, время нет. Идти в Библию. То есть Петр уникальная личность от начала до конца, и даже распят вверх ногами. Ты изучаешь его жизнь, ты можешь увидеть стандарт и ДНК. Я этот стандарт представляю к себе, потому что я хочу быть там. Я этот стандарт представляю к тебе, потому что я хочу, чтобы мы были там. И послушай меня внимательно, 100% я этот стандарт представлю ко всему остальному, потому что я хочу знать, куда отклонилась церковь от оригинала. Мы не имеем права смешиваться или заражаться от старого мертвого ДНК церкви, которого творцом является сам Люцифер. Люди могут даже добрыми намерениями открывать новые церкви, строить новые деноминации. И поначалу это все, о, Бог здесь, Бог там. Но там является старая ДНК, которая какой бы ты ни был, оно пожрет тебя. Ты сначала с хорошими мотивами, и здесь, когда все сходится, сколько я видел церквей, и ты тоже, которые открывались с чудес, там, ну, каких-то там хотя бы. Пастор, такое сердце было. А сейчас все. Бабло. Кто-то понимает, о чем я говорю? Не доберешься, не доцарапаешься, не достучишься. Абсолютно личность, да как вообще, вне всего. Почему так стало? Старая ДНК всегда захватит. Всегда вернет тебя в первоисточник. Если ты был рожден ими, ты превратишься в их. И сколько я не буду клеить на моего голого кота волосы, они обсыпятся. Потому что в ДНК он голый. Как бы я его не хотел сделать пушистым. Он походит день, и потом опять все обсыпается. Какую бы этот кот ни создал, там котята будут голые. ДНК, церковь, ДНК, сильная вещь. Мы откроем харизматов. И сделаем светлое будущее. Сделали. Остались одни хариматы. Харизма ушла. Кстати, реально подходит. Идеально подходит. Хариматы.
Это не моя фраза, это кто-то сказал из хариматов. Так, смотри, что бы ты ни открыл, что бы ты ни запланировал, если ты не перерожденная ДНК, как Иисус сказал Никодиму, помните? Никодим, он говорит, мы тебя принимаем. Стоп, Никодим. Вы знаете, какая глубина заложена именно в том месте? Он говорит, ты можешь меня принимать. Что бы ты сейчас ни сделал, вы в процессе и меня оденете в рясу, оденете колпак, оденете всю эту тему и сделаете меня своим. Он говорит, тебе нужно родиться заново. О чем говорит Иисус? Рождение свыше – это перерождение ДНК. Алло! Перерождение ДНК! Он говорит, а как это я типа в утробу влезу? Иисус, ты учитель Израиля. И таких простых вещей не понимаешь. А у него там, знаете, генетически все выведено. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну все, пока. Для него Иисус инопланетянин был. Он там еще пару фраз кинул, и тот вообще там около костра прилег. Че? Шо было? Через некоторое время оказывается, что это не что иное, как старая мертвая структура и ДНК старая превращает, оно возвращает тебя в первоисточник. Оно просто старая вещь в новой обвертке, и по-прежнему нет славы, нет Бога, нет чудес. Какой угодно переделать, нету. И поэтому я и кричу, мне не надо следующая деноминация, или ты там, ты братьев унижаешь. Я унижаю хрень. Я унижаю религиозную хрень. Я унижаю вот это то, что ОТО назвали Богом. Извини, Запорожец нельзя называть машиной. Умоляю. Ты можешь на ней Бентли написать. Кожаный салон вставить из овечьей шкурки. Как у Бентли. У Бентли овечья шкурка выращенная. Как почитал, где у них, думаю, там одно сиденье стоит, как все наши машины тут-то, вот тут-то. Думаю, овечья шкурка особого качества. Фу. Засунь в Запорожец, что хочешь. Овечью шкурку. Он будет Запорожец. Или запор по-нашему, коротко. Он просто запор. Это не машина. Поэтому я умоляю тебя. Не касайся старого. Ты все равно... Теперь новый запор с кожаным салоном и DVD даже стоит. Мне не DVD надо. Мне ехать надо. Алло. Не надо мне твои навороты в церкви. А у нас две группы прославления. Если бы знали, я езжу по миру, какой только дрянью не хвалятся. Что хочешь? А у нас гитара Гибсон. Я так думаю, что больше помазания прет через гитару эту. А у нас детский хор. Я стою, думаю, йо, надо держаться за что-то, потому что сейчас помазание пойдет через детский хор. Я уже чувствую, во-во, оно идет тут. Я езжу, а у нас пастор распечатан над мостами. Зачем мне эта рожа? И угадайте, фотка. Библия. Да, и все. До какой бредни мы не дошли. Где огонь Бога? Где слава Бога? Тупая морда висит над мостом. И все? Ну, я скажу, ты же знаешь. Дай время, я много еще скажу, что. Слава Богу, времени больше нет. Вот скажу. Ой, скажу. Ну, закончить надо. Ну, до тебя доходит, да? Доходят такие иллюстрации, ну, а как вот тут притчи, как у Иисуса притчи. Вот настоящие. А у нас церкви один говорит. Мы потратили 100 тысяч. Я сейчас думаю, 100 тысяч, наверное, открыли какой-то реп-центр или энкаунтер, или... Наверное, накормили голодных. Мы сделали туалеты с автосмойкой.
Я такой думаю, ну да, теперь твое дерьмо автоматически съезжай. Давайте прославим Господа. Так, надо остановиться, похоже. То есть, я вам честно говорю, я умею рассказать. Ой, умею. Талантище. Я вам рассказал настоящие истории, не преувеличил. Это реально мне говорили. Люди абсолютно выведены из ДНК жизнь. Они хвалятся унитазами, детскими хорами. И у нас кукольный спектакль. Мы показываем Иисуса. Иисус и ученики. Я хочу видеть настоящего Иисуса через тебя! Я расскажу настоящую историю. Я уже думаю книгу хрени написать христианской. Хрень за хренью. Чем мы занимаемся в свободное от ума времени? Рожи над мостами. Итак, это правда. Оно смешит, но это правда. А я кроме жизни и Бога ничего не хочу. Ничего, никого, ни бабла, ни похвалы, ничего, ни твоей любви, ни твоей ненависти. Я ничего не хочу. Я хочу живого Бога. Только Его. И до конца моей жизни я буду рыть землю, чтобы это получить. Послушай меня внимательно, я не шучу. Я всегда так говорю. Вы думаете, эти люди вышли против нас войной? Вы думаете, они нас победят? Ты думаешь, эти большие авторитетные попы, сидящие в своих креслах? Ты думаешь, они пойдут? Ты думаешь, они пойдут в пост? Ты думаешь, они 3 паунда потеряют ради тебя? Жди! Дорогие мои, те, кто не согласен умереть за свои убеждения, я так говорю, уже проиграли. Кто-то понимает меня? Уже проиграли. Аминь. Какой хороший вечер. Такая доза истины. Аж спаться будет веселей сегодня всем. Включая меня. Принципы, стандарты, полное посвящение. Мне это должно необходимо сейчас. Церковь Христа, дети Бога должны научиться говорить открытым текстом. Мы больше не собираемся говорить двойным смыслом. Мы те, кто жаждет реальности Царства Бога. Что-то во мне, помимо моей воли, церковь, помимо моей воли кричит. Я засыпаю, а оно жаждет. Я просыпаюсь, этот огонь горит в моих костях, и внутри все молится к нему. Вижу фальш. Я слушаю, чтобы мрут, прежде чем сядут за стол переговоров с врагом или пойдут на компромисс. Я хочу видеть родителей стандарта. Я хочу видеть тех, про которых я могу посмотреть и сказать: Бог мой, наконец-то, вот кто-то, кто говорит истину. Вот кто-то, на кого можно посмотреть. Вот кто-то, кто говорит правду и не заботится о своей шкуре. Вот кто-то. И я буду иметь честь видеть это поколение. Я говорю: Бог, не дай мне уйти с этой земли, если я не увижу хотя бы нескольких человек, которые посвящены не просто на эмоциях, на них там повозлагали руки, он опять под свою машину, опять на свой бизнес. Люди, которые полностью проданы до конца, люди, которые отданы до смерти ему, люди, которые готовы отдать все, чтобы увидеть его славу. О, Иисус! Я знаю, что сейчас поднимается абсолютно новая порода с ДНК самого Христа. О, поднимается церковь! О, поднимается что-то, что дьявол не одолеет. У него нет оружия против ДНК Бога. С какой бы стороны он ни подошел, тебя нельзя купить, потому что на тебе нет ценника. Тебе нельзя ничего дать, потому что ты ничего не хочешь. Тебя нельзя просто вывести из себя, потому что тебя нет. Твоя единственное желание – исполнить волю своего Отца. Вот почему все мы должны пройти через процесс смерти. Потому что до тех пор, пока ты хочешь даже хорошее,
тебя можно будет купить. Сколько людей было куплено. Я видел пастора, я видел молодежных пасторов, которые говорили, мы идем, все, мы молодежью идем. И здесь же пастор ему покупал на 10-15 тысяч аппаратуры, и эта вся группа накрывалась медным тазом. Дорогие, я видел такие письма людей, которых покупают позициями. Туда, не коснись. Дьявол будет давить на все кнопки. Слушайте внимательно, одному можно у дьявола научиться. Он никогда не недооценивает своих врагов. Он против тебя выйдет всем адом. Потому что он знает, насколько ты опасен, и жизнь в тебе заразна для других. Вы заметили, что дьявол не недооценивает тобой? И можешь быть уверен, когда он тебя оставил, это говорит о том, что ты мертвец, и больше ты ему не представляешь опасности. Съел – запивай. Поднимается абсолютно новая порода с ДНК самого Христа, которая принесет Царство Бога на землю во что бы то ни стало. Во что бы это ни стало. Это не просто слова. Во что бы это ни стало. Поднимается новая церковь, творцом которой является сам Христос. Вот ради чего я живу. Вот ради чего я живу. Вот ради чего я сложу все свои полномочия, которые мне абсолютно не нужны. Я здесь до времени, я хочу увидеть тело. Давайте мы все поднимемся, давайте мы все поднимемся, давайте попросим Его, чтобы Он коснулся нас. Попроси Его, чтобы в тебе заработала жажда. В тебе была активирована новая ДНК. В тебе было просто огонь, который не потухнет. Попроси его, как я когда-то попросил. Но я попросил это не сам. Он говорит, сынок, молись такой молитвой. И он сказал мне, скажи, сынок, скажи мне такие слова. Отец, дай мне силу, дай мне огонь, дай мне жажду, которую даже я не смогу потушить при всем моем желании. Дорогие, с моего момента рождения свыше прошло 20 лет, с момента этой молитвы прошло 20 лет, и я уверяю вас, я каждый день хожу в огне. Каждый день плохо было, ошибки были, больно, до сих пор больно, но я вам говорю, я хотел потушить самого себя и не мог. Помните пророка Иеремию, который говорит, я захотел, не буду более говорить о нем. И он говорит, как огонь в моих костях. Я истомился, удерживая его. И не смог. Огонь пожрал меня. Попроси его, чтобы в твой дух вошло его ДНК. Церковь, сейчас не время играть с мертвой религией. Перестань! Быть на территории смерти. Отрежь! Потому что сейчас приходит время, где все игры заканчиваются. И ты должен честно сказать своему небесному Отцу, кто ты и где ты. Настало время сказать Ему, что ты действительно хочешь. И я прошу моего любимого, я ничего не хочу. Я хочу только Его волю. Бог, не дай мне ничего, ничего без Твоей воли. Останови все, что не в Твоей воле, какое бы оно ни было хорошее и привлекательное, останови. И я жажду только волю Твою. Пусть ничего не привлечет меня, кроме Тебя. Пусть ничего не движет мною, но только Ты. Я жажду Тебя, любимый мой. Я жажду Тебя, драгоценный мой. Я жажду Тебя во имя Иисуса Христа. Воздай Ему славу. Воздай Ему славу.